Всем привет! Сегодня мы выпускаем винтовидную собаку, которая у нас восстанавливалась после перелома лапы. Так. Все, можно выпускать. Выпускаем. Я, короче, надежно тут все завязала. Все, давай, иди, свобода. Хотя, мне кажется, он не очень рад. Такая была халява. В общем, мы выпускаем еще одну инвалидную собаку. Он тоже у нас был после перелома лапы. Долго разбегивался, потому что перелом пришлось оперировать дважды. Первый раз там все распалось, но второй раз, к счастью, все получилось удачно. Вот, сейчас он очень шустро передвигается. Так, ну что, выпускаем еще одну инвалидную собаку. Кузя, давай, не подведи нас. Мы тебя так долго лечили. Да, молодец. Давай, давай, давай. Мы тут выпускали собак и обнаружили, что люди, отдыхавшие, оставили после себя кучу мусора и решили прибрать немножечко. О, такие дела. Ну вот, немного прибрались. Люди, не оставляйте после себя мусор, пожалуйста.